Привет, Сергей. Наконец-то выбрал время записать ролик о кистях. Сейчас я не пользуюсь кистями для пользователей, да и раньше применял их редко. В шестой версии дизайнер кисти работает некорректно, сложно настраивать и создавать кисти. В пятой версии с этим порядок был, но в шестой пока не исправили. Поэтому даже не буду об этом рассказывать. Мне хватает одной масляной кисти, у нее куча настроек. Я просто создаю шаблоны с разными настройками, делаю пресеты. Так уходит меньше времени и не приходится отвлекаться от процесса рисования. Хотя на самом деле на это уходит не так уж и много времени, и можно обходиться без пресетов. Но поскольку ты просишь меня рассказать, как я их делаю, то показываю. Берешь любую масляную кисть, регулируешь настройки, пока свойства кисти тебя не станут устраивать. Тебе нравится, значит, надо сохранить этот шаблон. Для этого кликаешь меню, новый шаблон, выбираешь папку для сохранения, пишешь название кисти. А чтобы визуально находить кисть, берешь кусочек изображения с полотна, снимаешь все галочки в этих полях, сохраняешь. Все, шаблон готов. По ходу рисования меняешь настройки кисти. Как только получится удачная кисть, возьми и создай новый шаблон, чтобы потом не думать, какая же кисть была у тебя. А ты ее взял и сохранил. И в один клик ее выбираешь. Постепенно у тебя накопятся наборы кистей. Можешь разложить их по папкам, сортируя по свойствам, например, масляные, сухие и так далее. Эти папки, ну, группы еще называются, можешь создавать свои. Как это делаешь? Кликаешь по кисти правой кнопкой, выбираешь переместить элемент, выбираешь необходимую папку и окей, все, кисть там. Также я часто пользуюсь мастихином, его я тоже настраиваю определенным образом: меню, свойства стилуса, добавить настройку, размер, далее меню, новый шаблон, имя свое и сохранить. Ты спрашиваешь еще, какой я предпочитаю холст. Ну, перепробовал все холсты я. Сейчас рисую на одном, и больше мне больше никакие по сути не нравятся. Ну, выбрал себе один. Он меня вполне устраивает. Как его выбрать? Папка специал, пластик дассир. Устанавливаешь цвет серый, нейтральный. Металлик 16%, угол 314 градусов, интенсивность 33, размер текстуры 100, шершавость 50. Ну и кликаешь использовать это полотно по умолчанию. Ну вот вроде и все. Если будут вопросы, пиши. Отвечу. Пока.